Право на собственную крышу над головой. Глава города Владимир Шарыпов вручил государственные сертификаты на приобретение жилья 4 семьям. Все получатели в начале 2000-х были включены в списки вынужденных переселенцев. На родину они вернулись из Узбекистана, Казахстана, Молдавии и все это время не имели возможности купить собственное жилье. Общая сумма 4 сертификатов – почти 7,5 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального бюджета в рамках целевой программы «Жилище». Все получатели признаются – это самое долгожданное событие в их жизни. Мы переехали в 2000 году с Узбекистана в Иваново, и с 2000 года вот встали, скажем так, на очередь. В 2002 году, когда в администрацию программа вступила, то есть с 2002 года мы стоим вот на этой очереди 15 лет, получается.